Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Черепашки-ниндзя-легенды». И приступим мы, пожалуй, ребята, с испытаний. Да, сегодня у нас Усаги против техники. Обязательно нужно сегодня нам пофармить именно Усаги, потому что я хочу его прокачать. Ну что же, поехали, эпизод первый. Давайте посмотрим, кого нам дадут. Так, 76, 75 и 70. Также мы можем взять еще, например, нейтрализатора. Ладно, фиг с ним, ребята, пока здесь будут 40-е уровни, я думаю, что он, ну, хоть как-то поиграет. А вот дальше придется, наверное, нам идти без него. О-хо-хо, ничего себе, Усаги. Ты смотри-ка, что он сделал. Так, ну, я думаю, что для начала мы с вами разберем вот этих вот грибов, которые тут будут нам пакостить, да? Ну, давай, грибок, давай, наезжай. Так, ну что, давай бомбанем, наверное, да? Для начала. Отлично. Так, и попробуем, давай, вот так, ракету. И остается лишь добить. Нет, ребята, он сопротивляется. Ну, естественно, это же Усаги, это не кто-нибудь там. Это элитный самурай, господи. Так, ну-ка, бомбани-ка его разок. Все, ну что же, мы с вами получаем. А сколько нам ДНК будут давать? По-моему, две штуки, да, если я не ошибаюсь. Если две штуки, плюс еще на фарме маленечко. Да, ребята, две. Шикарно, ну что же, эпизод второй. Здесь у нас 50 уровней. Слушайте, я думаю, что нейтрализатора можно пока еще и здесь даже оставить. Я думаю, что он не упадет, один из первых, если у нас не подведет зэк. Так, погоди-ка, что он делает? Кого бьет? Ага, ну, как я вам и говорил, ребят, пока терпим. Сейчас, естественно, будем делать самые массовые атаки, чтобы как можно быстрее избавиться от грибов. А потом уже будем разбирать самого Усаги. Так, ну что, давай для начала бомбочку бросим, да? Шикарно. Так, и бомбанем теперь железноголовым. Так, у него месть. Ну, он, видите, ребята, зэка хочет мне бомбануть. Но у него ничего не получается, а мы вот так вот ракеты в него. Так, погоди-ка, он еще жив. А если вот таким вот образом подобьем? Да, ребята, отлично. Получается, что мы еще зарабатываем с вами 2 ДНК на Усаги. То есть в общем количестве уже 4. Но это не предел, мы, естественно, с вами пойдем дальше. Мы идем с вами на эпизод 3. Ну, вот здесь я уже уберу, пожалуй, нейтрализатора, да, и оставим вот эту вот нашу троечку. Троечку финалистов, елки-палки. Ну что же, так, что он делает, ребята? Так, бомбит. Это неплохой удар, но, как видите, ребята, нам все пофиг абсолютно, потому что мы 75 уровень. Так, ну что, зэк, ты готов, я думаю, бросить бомбочку в него, да? Хорош, там что, двойная атака, да, ребят, двойная атака была. Так, посмотрим, как сработает бомбочка. В принципе, неплохо, ребят. Ну, инициатива, конечно, у Усаги, будь здоров. Хоба. На железноголового он крошит хлебушек. Ничего у него не получится, ребята, абсолютно ничего. Потому что здесь мы его заколбасим. Так, защиту мы ему понизили. А ну-ка давай пробьем теперь его. И остается лишь добить. Но он, естественно, ребята, он на себя дополнительную защиту вешает. И может быть даже контратаку. Ладно, в любом случае ему каюк. Смотрите, ребята. А, подожди, у него защита дополнительная, поэтому нам не получится его так легко пробить. А если вот так сделаем? Воу. Погоди-ка, парень, что-то ты раздухарился. Ха, смотрите-ка, как Бакстер Стокман его разобрал моментально. Ну что же, мы получаем с вами, по-моему, в этот раз уже будет 3 ДНК, если я не ошибаюсь. Да, ребята, ух ты, 7 ДНК с пару каточек. Ну, а на эпизод 4 я думаю, что даже и суваться нечего, хотя можно рискнуть. Давай рискнем, так уж и быть. 70-е уровни, да, у них. А у нас 70-е только лишь Бакстер Стокман. Но, как мы видим, урон мы уже получаем. Причем довольно приличный. И у нас нет хила. Об этом тоже не стоит забывать, ребята. У них защита висит, замедление мы повесили на всех. Так, он сейчас делает что? Защиту и контратаку вешает, да? Хм, на двоих грибов повесил. Давай-ка бомбанем для начала. Так, минус гриб. Это уже хорошо, ребята. Так, теперь сделаем смертельную волну. И остается лишь добить. Слушайте, ребята, нам сегодня фартит как никогда. Замечательно. Получается, мы сегодня с вами 6 и там 4. 10 ДНК уже нафармили. Представляете? 10. Так, эпизод 5. Там какие уровни? 80. Слушай, я думаю, что вот сюда уже это бесполезно идти. Нас разберут. Даже вот эти вот грибы сделают по пару бафов и все. Ну, хотя, давай посмотрим. Давай посмотрим. А вдруг... Нет, ну это маловероятно, конечно, но мало ли. Я тешу себя надеждой. Оу. Тихо, ребятули. Нет, это была, по-моему, ребят, дурацкая идея сюда рвануть. Бакстер Стокман... Выжил? Нет, не выжил.
Ну, смотри, бросаем бомбочку, да? И сейчас люлей получим. Нет, не получим. Так, он делает защиту. Опять же на контратаку бафается. Так, и вешает, ребята, практически на всех. Железноголовый, ты уж прости, если не добьешь, нам каюк. Так, один гриб мы убили. Так, лишь бы не переключились на зэка. Зэк, потому что, ребята, здесь слабый. Да хорош вам бомбить без остановки. Посмотри, что происходит, ребят. Вот это инициатива у них, да? Давай вот этот гриб мы попробуем разобрать. И... бедный, бедный зэк. Оу, нет, ребят, это бесполезняк. Ты посмотри, что он творит. Ты посмотри, что он творит. Слушай, ну, можно было бы как-то выкрутиться, если бы у нас, например, бы здесь был Микеланджело на уворот. Я думаю, что мы могли бы справиться, но его нам не дают, к сожалению. Ну что же, тогда давайте мы немножечко с вами попробуем пофармить. А вдруг у нас что-нибудь да выгорит? Ну, конечно, 4 золотых осколка, они мне в первую очередь нужны. Джойстик так и подавно, ёпрсета, ну... Так, Рокстеди, да? 2 ДНК. Ну-ка, дальше едем. Так, тигриный коготь. Ну, это уже что-то, ребята. И все. И на этом каюк. Сыр у меня закончился. Так, а здесь кто у нас? Здесь можно попробовать. У меня 4 сыра, да? Нет, не получится, ребята. Потому что нужно 7. Это минимум для заходки. Но в любом случае, я эти эпизоды прошел. И я попробую максимально, ребят, пофармить у Саги. За кадром, когда буду играть, когда буду там, может, ночной выпуск, когда будет. И давайте-ка мы с вами посмотрим, сколько вообще у меня ДНК именно на самого Усаги. Сколько нам нужно еще копить, не включая того, что мы сегодня уже набили с вами приличное количество. Так, а где же он у меня находится? Усаги, появись, я тебя не вижу. Вот он, ребята. Ух ты, 67, ты прикинь. Ну, предположим, мы с вами еще 3 ДНК выбьем, да, будет 70. И там остается всего лишь десяточку набить. Слушайте, кровь из носа, нам нужно, ребята, заходить почаще в игру. Точнее, мне. И фармить, даже покупать эти откаты, телепорты. И по максималке набить. Всего лишь 13 ДНК нам не хватает для того, чтобы пропать его на 4-ю золотую звезду. А дальше вы сами понимаете, да? Он будет уже крепок. Мы дальше сможем его прокачать выше 45 уровня. И, соответственно, можно будет уже брать в основной составчик. Ладно, с этим мы сегодня разобрались. Давайте посмотрим, что у нас еще. Вот, например, здесь, вот в платиновом испытании. И кого... А, у нас же сыр. У нас же сыр, ребята, точно. Совсем забыл про этот сыр. Ёлки-ты-палки. Ну ладно, фиг с ним. Я думаю, что Усаги все-таки нам важнее, чем какие-то там осколки. Ну что, переходим с вами на турнирную арену. Как вы видите, ребята, я в Лиге Сёгуна в 3 звезды. Ранг у меня 95-й. Практически меня сбросили до Сёгуна 2 звезды. И нам опять же придется подниматься. Подниматься очень тяжело будет. Так, погоди-ка, у меня сколько мутагена? И, кстати, ПВП очков. Давай-ка зайдем в магазин, посмотрим по предметам. Так, здесь я могу взять, ну, Микеланджело мне не нужен. А вот насчет Рафаэля можно... Да, давайте возьмем, ребят, давайте возьмем. Так уж и быть. А здесь у нас что по осколкам? 53. Точнее, по очкам. 53. То есть вообще ничего не могу приобрести. Потому что, ребят, ну, сами видите, 75 это минималка. Нет, 60 минималка. Но мы с вами собрались вот этого вот Микеланджело получить, да? Пробафать его потом. То есть нужно еще достаточное количество ПВП очков. Ладно, переходим тогда смело уже на турнирную арену и будем потихонечку выступать. Правда, ребята, у меня откатов нету. А почему у меня нет откатов? Потому что я еще не выполнил, видите ли, все задания. Так, сразиться в 10 боях. Так, секунду, мы не так это все делаем. Мы это делаем, ребята, другим образом. Мы ищем с вами ДНК на кого? Во-первых, можно найти на Макмана. Да? Тут, по-моему, очень много попыток, так что чем, как говорится, черт не шутит. Давайте-ка попробуем. Так, одно ДНК мы уже на него нашли. И все, пока. Давай здесь посмотрим, что тут там. Ха, комикс-чувак. Это все ерунда. Так, вот у нас второе ДНК и... 3 ДНК из 6 попыток, ребята. Ну, это очень плохой результат. Так, теперь мы быстренько переходим к нашей морозильной кошке. Где она? Вот она. И также продолжаем искать. Так, одно ДНК есть. Слету, как говорится, мы поймали. Второе. И давай третье. Нет, ребята, третьего мне не дают. Специально, специально они так делают. Так, ну что же, этот мы забираем. А тут, подожди, вот тут надо еще, ребята, что-то нам поискать. Ну давай, например, погоди-ка секунду. Где бы нам что-нибудь зацепить такого классного? Ну давай вот здесь, ребята, быстренько пробежимся, да? На телепортике.
И нам дают всего лишь 115 мутагена. Ну это вообще ни о чем. Так, но тем не менее, теперь мы сможем с вами кого-нибудь поднять по уровню. Так, переходим, естественно, в самый низ. И вот начинать будем с этих, со слабеньких наших персонажей. И я думаю, что давай Кожеголова, а? Давай его, наверное, ребят. Хотя, смотрите, направленная ярость мы можем с вами на третью ступень перевести. Я это сделаю, с удовольствием причем. Так, и теперь будем поднимать ему что? А, вы достигли, блин. А, что ж тогда делать? Если у меня не получается проапать 30 уровень, тогда... Ну-ка, Донателло, можем мы тебя... Блин, да что ж такое, тут нужно 1900. Эй, ребят, не надо меня сейчас тут обламывать. Крип, ну а ты-то как? Вот, ребята, Крип нам в этом деле удружил, нам помог. Так, мы ему 2 уровня подняли, теперь он 33 левела. И забираем последний, ребята, остатки роскоши, да, последний реворд. И теперь уже действительно мы с вами отправляемся на турнирную арену и будем уже бомбить. Как говорится, 5 откатиков у меня есть. И смотрите, кого нам дают. 58, 59, 57 уровень. Это серебро. Это Натан у нас. Я думаю, что с Натана мы, пожалуй, с вами и начнем. Ну что ж, берем Леонардо, да. И рисковать будем или не будем? В прошлый раз я, по-моему, переборщил с риском. Поэтому, наверное, мы вот так вот с вами сделаем. И возьмем еще сюда, наверное, знаете кого? Рокзара. Рокзар плюс Лео. Ну, как сказать, шансы малы. Потому что с вертушки вряд ли Леонардо у меня хоть кого-то здесь положит. Но это стоит проверить, на самом деле. Может быть, я ошибаюсь. Хиллер у него, как мы видим, Эйприл. Ух ты, двоих положили. Слушай, ну это классно. Ну, естественно, Эйприл захиливает всех. И в первую очередь нам нужно, ребят, с вами ликвидировать, естественно. Да-да-да-да-да, именно Усаги. Будем... Так, а ну-ка, не подведи меня, Усаги родной. Так, и начинаем со сплинтера. Так, хиляться я пока не буду. Будем просто, ребят, с вами бомбить. Отлично. Так, погоди-ка. Давайте тоже захиляемся, в конце концов. И бросим когти в него, да, в сплинтера. А я его, по-моему, назвал Усаги в прошлый раз. Так, давай его просто вот так вот бомбанем. Все, он падает. Так, она бросает веер. Оп. А потому что, ребята, контратака висит у него. И это классно. Так, а этот просто бафает себе на атаку. Ну-ка, Усаги, мимо. Понятно. А если Шреддер со своим супер ударом? Совсем маленечко, ребята, отняли здоровье. Ни о чем, грубо говоря. Так, заблокировали способность. И, наверное, добивать будем. Вау. Ой, что я сделал? Господи, да я ж хотел, ребят, на удар нажать. Зачем? Вот это, ребята, моя глубочайшая, по ходу дела, ошибка. Да. Я так... Почему? Я вот догадывался, что где-нибудь мы лопухнули. Нахрена я поставил отхил? Нафига, вот спрашивается? А я должен был просто сделать удар и все, и он бы валялся бы уже. Нет. Сейчас еще и Эйприл можем потерять. Так что, ребят, радоваться пока еще рано. Если только захиляться... Ну, давай захиляемся, наверное, с вами. И вот, вот этот должен был удар у меня быть. А я зачем-то, ребята, нажал на отхил. Господи, я ошибся. Я поспешил просто-напросто. И видите, результат. Мы потеряли с вами Усаги. Мы потеряли Усаги, соответственно, и бонус у нас получается минимальный. Ну, я надеюсь, что хотя бы мы с вами перейдем все-таки в мастера. И еще у нас будет один денек как-то там продержаться. А дальше уже неизвестно, ребята, что будет. Будет все это... Видно, как говорится, под конец недели. То есть в воскресенье, а даже не в воскресенье, а в понедельник. Так, я не знаю, вот этих лопухов стоит ли вообще брать на 56 уровень. Честно говоря, я под большим сомнением, что они тут устоят. Я, наверное, уберу все-таки вот этого парня и возьму Криса Брэдфорда. Ну, он как на добивку, ну, в принципе, сгодится, ребята. Несмотря на то, что он может делать дополнительную защиту, он как добивной очень даже неплох. Правда, по одиночной цели. Ну, давай посмотрим, что у нас делает Лео. В принципе, ребят, я скажу, что неплохо. Если сейчас Эйприл подсуетится, а она подсуетится, наверное. Хотя нет, ребята, мы ее добьем. Вот про что я вам и говорил. Брэдфорд в плане добивки очень хорош, очень крут. Ух, даже тигриный коготь меня здесь не подвел. Значит, мы с вами сейчас хорошо бустанем. То есть мы должны где-то ступенек 15-20 так лично точно пролететь. Но 71-е. Отличненько. Ну что же, а мы продолжаем с вами нашу эпопею. Естественно, нам... Так, уже одно золото дается, да? А если я вот так вот, ребята, по-хитрому сделаю? Ну вот, смотрите, видите, результат. Эдсон.
есть один герой серебряный, поэтому, естественно, я буду разбирать именно его. Обидно только то, что у нас уже как бы мало-мало персонажей становится, да, с каждым разом. И стоит ли тут шутковать, грубо говоря. Давайте возьмем еще с вами Микеланджело. Может быть, у ворот нас здесь как-то и спасет. Естественно, будем делать танцпол и все дела. Так, инициатива у нас хорошая, поэтому Майки, как всегда, зажигает первым. Так, а вот теперь делаем, ребята, Кирби. Кирби нам здесь не нужен. Хиллеры уничтожаются впервые. Воу, ты видел? Вот меня иногда просто удивляет Леонардо. Он может такое вычудить, что от него просто не ожидаешь. И это работает, да. Так, а сейчас остается один Рокстеди. Ну, давай хвостом ударим его. Правда, этот скилл у меня, ребят, не прокачан. Он еще и промазал, к тому же. Ну-ка. Да, Микеланджело убил Рокстеди. И мы с вами, ребята, получаем полный бонус. И я думаю, где-то на 62-ю, 61-ю, наверное, позицию мы с вами прилетим. Показывайте мне. 57-я. Это идем даже лучше, чем, ребята, я предполагаю. И это круто. Так, а здесь у нас кто? Слэш, Сплинтер, да? Микеланджело, Микеланджело и Бивоп. Я думаю, наверное, мы будем... Секундочку. А здесь-то послабее будут, поэтому давайте-ка, наверное, вот с них начнем. Это у нас кто? Little Chicken, маленькая курочка. Ладно, хорошо. Предположим, ты маленькая курочка. Раз, два, три. И кого мы в довесочек возьмем? Наверное, давай Железноголового. Так, по инициативе. Не знаю, ребята. Рискую очень сильно, но я думаю, что он того стоит. Если получим полный бонус, будет классно. Но меня вот немножко Кирби смущает. Хиллер кто у них здесь? Смотрим, ребята. Вычисляем хиллера. Хиллер у них, ну естественно, Бакстер Муха. Я просто, я про него и совсем забыл-то. Причем хиляет довольно нехило, да? Что-то у меня вот это вот словосочетание. Что ты? Тихо, 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 тихо. Не надо мне еще. Давайте Бакстера еще убейте. Так, давай Железноголовый не подкачай. И давай добьем, наверное, Микеланджело, я думаю, да, в первую очередь. Отлично, сработало. Так, Бакстер, что? Что ты делаешь? В кого? В Кирби, да? Оглушил еще маленечко его. Ладно, минус Бакстер Муха, и теперь нужно Леонардо. Нет, только не этот удар. Ух, хорошо, что он, ребята, в Железноголового попал. Если бы он, например, в Кирби, да, бомбанул бы, то все, они бы у нас просто упали бы. Так, ну-ка, давай, слизь свою. Так, отлично. Ребята, у них иммунитет, поэтому ничего на них не кастуется, как мы видим. Хиляться, ну давай захиляемся, фиг с ним. Потому что от Кирби другого толка здесь не будет. И уничтожаем, наверное, да? Отлично, и остается лишь только Леонардо Классика. Пробьешь? Молодец. Железноголовый знает свое дело. И все-таки, ребята, здесь у нас классно получилось. Мне понравилось. Я, честно говоря, думал, что будет намного хуже. Потому что нету таунта у нас. Так, какая? 42-я, да, будет позиция? Или какая? 46-я. Блин. А у меня персонажи-то все меньше, меньше и меньше становится. Так, что такое? Горь, Даниэль и Ренан. Так, я думаю, что мы с вами, наверное, возьмем, знаете кого? Ренана. Потому что он слабее. Ну, по-любому слабее, ребята. Сейчас мы будем его разбирать, наверное. А что, у меня так мало бойцов? Господи, что же это выходит у нас? У нас выходит то, что следующий бой будет у нас Леонардо, Рафаэль. И очень много-много-много слабеньких персонажей. Фух, ну что, давай вначале кунаи закидаем. Какой маленький и ничтожный дамаг делает, а? Маленький и ничтожный. Так, Бибоп слег. Ну-ка, Паукус, не подведи, пожалуйста, радость. Так, ладно, хотя бы так. Это, ребят, неплохо на самом деле. Этот уходит в инвиз, то есть он пропускает ход. Безболезненно для нас. А нам нужно Донателло подбить. Ух, Армагоша, красавчик. И Ваня Стеронко, наверное, да, он делает всю остальную работу. Он добивает этих ничтожных врагов, и мы с вами, естественно, продвигаемся. Какая там, по идее, наверное, 32-я будет позиция. Немножко нам, скорее всего, не хватит, ребят, для того, чтобы зайти в Лигу Мастеров. 35-я, даже вот так. 35-я, что у нас здесь подкидывают, ребята? Магба или Магда, Андрей и Рэнди. Рэнди, скорее всего. Так, ну что, я думаю, наверное, мы возьмем Магда. Магда, блин, что за название такое, Магда. И вот теперь самое интересное. Мы берем Лео, берем Рафаэля, берем
Так, и какого-то слабенького. Это у нас получается крысиный король. Его нужно защищать. А защищать можно только через Микеланджело. Ой, через Рафаэля, ребят. Другого варианта у нас не будет. Так, замедлялочку повесили. Вертушечка. Сейчас кто упадет, стопудово. Ох ты, классно бомбануло. А ну-ка, плевочек. Добили, и остается Микеланджело. Слушай, ну вообще результат потрясный на самом деле. Хоть у меня здесь и практически одни хаи были, но мне все равно понравилось, как мы его разобрали. Так, и какая позиция? 22-я? 21-я. Да, ребята, совсем-совсем чуть-чуть нам не хватило. Так, а что мы можем еще с вами здесь сделать сегодня? Так, ну, во-первых, вот это вот обменять. Угу, отлично. Больше ни у кого нету лишних, как говорится, ДНК. Есть, ребята. У Бакстера мухи. Обмениваем. Так, и теперь, вот теперь уже, по-моему, все на самом деле. Здесь нам делать больше нечего. Так, в приключения я не пойду. В испытаниях мы с вами... Так, здесь нам, наверное, никто не нужен, да? Да если бы даже и нужен был, ребята, у нас, опять же, не хватает сыра. Ежедневно. Но это я, ребята, уже за кадром сделаю. Не буду я вас сейчас этим томить. И получается, что все. Какие-то у меня, ребята... Слишком короткие, получается, серии. Так, бесплатно. Зачем мне мутаген сейчас? Он мне не нужен. Тут у всех по максималке. Хоть стоит, ребята, 5 ДНК-карточек, да? По 250 бакинских. Это, по-моему, для меня слишком жирно. Не знаю, как им или как вам, но для меня это жирно слишком. Я же не миллионер. Я же деньги тут тебе не кастую, ребят. Все по чесноку, как я вам говорил. Так, ну что же. Закругляться, что ли, придется по ходу дела? Ладно, ребята, эта серия у нас была, в принципе, посвящена испытанию на Усаги. Усаги мне нужен, мы прошли с вами довольно далеко, довольно неплохо. И остается лишь мне только фармить. Ну, а мы с вами будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии, которая, наверное, будет уже завтра. Как говорится, будет финал, да, потому что завтра уже будет воскресенье, а там и понедельничек. А в понедельник я выходной, поэтому я с утречка как встану, как бомбану под Полтавой, чтобы знал враг, и все, и думаю, что мы все-таки в мастера перейдем с вами и задержимся там. Но загадывать не будем, увидим все потом сами. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи, спасибо, что смотрели, спасибо, что были со мной, и мы увидимся с вами в следующей серии. Удачки вам!